Що відбувається з тим скандалом щодо Гончарука та Національного банку України, записів розмови Національного банку України Гончарука щодо того, як вони хотіли обманути фактично Зеленського, гаранта Конституції? Я розумію, що він же досить давно цей скандал пройшов, але ми не бачимо реальних якихось змін. Але ми усі чули, що Національний банк з прем'єр-міністром думали план, яким чином не допустити Зеленського, щоб він розібрався реально в економічних проблемах України. Це все стало, по суті, очевидним для всіх громадян, але не відставки, не Гончарука, ні Національного банку ми не бачимо. Чому? Да, я думаю, наверное, многие поняли, почему заседание Кабміна проходит в закрытом режиме теперь, да? Потому что если бы мы вот это каждую среду наблюдали, то, наверное, бы все с ума сошли. Безусловно, то есть мозговой уровень вот всех этих соросят, которые сейчас составляют правительство, это просто придумать, почему те или иные вещи хорошие или плохие. Причем своими словами. У них же нет никакого опыта в реальном секторе экономики. Любого министра, посмотри, это активный студент, грантоед, депутат, министр. Все, вся карьера. Они нигде не были. Трудовую книжку открыть, они же нигде не работали ни разу. Они не знают, что это такое государственная служба, что это такое, как люди зарабатывают в реальном секторе экономики. И вот мы вот сейчас по этим записям увидели. То, что Зеленскому, вот эта запись, она показала, для меня она, например, показательна, эта запись тем, что вот они сидят и придумают, как президенту объяснить, да? Вот этот офис президента – это самая слабая канцелярия президента за всю историю, вот, которая на моей памяти есть. Объясню, почему. Вот если вот есть у нас президент, ему же никто не запрещает даже на общественных началах набрать себе советников по направлениям. Да? Что такое сильный президент? Он не спрашивает у премьера, слушай, а почему вот это так или тот так? Да? Угу. Он не зовет его там, на какое-то совещание, говорит, что можно придумать, чтобы снизить тарифы. У него есть свои советники, на это есть офис. Что такое офис? Он организовывает работу президента. Он определяет, какие законы ветировать, какие подписать. Он определяет политику президента, то есть ну, профессиональное отношение президента к тем или иным событиям и вопросам в Украине. Президент не должен звать и спрашивать, что вы можете сделать. Он должен звать и говорить. По тарифам ты делаешь вот это неправильно, ты это не сделал. Я ожидаю от тебя вот дедлайн, до этого срока должен сделать то, то, то. То же самое по экономике, если с курсом не нравится, да, он должен просто сказать, ребята, я прекрасно понимаю, что вы делаете и зачем. Мне это не нравится. Измените монетарную политику государства. Вот это президент. А то, что они сидят и выдумывают, то, ну, а чем у нас Зеленский, собственно, тогда занимается? И вот это, да, действительно показало. То, что Гончарук остался, он же не просто так остался. Кто такой Гончарук? Мы же прекрасно понимаем, что все эти министры, это попки-дураки, это просто фунты, которых назначил вот Сорос, МВФ и остальные смотрящие за пределами нашей страны. И то, что Зеленский их оставил, говорит только об одном. У него нет влияния, вот у нас говорят, моновласть, монобольшинство, то есть у него нет такого влияния. Но даже если он уволит, кого он предложит вместо них, чтобы его монобольшинство поддержало? Мы же видели, вот Гончарук, когда был в парламенте, да, одни ему кричали, ну уже после того, как он написал заявление, одни ему в ладоши хлопали, а одни кричали «ганьба». Вот это и есть президентская фракция. Ті, хто йому аплодували, там і партія «Голос», і партія «Порошенка», і деякі депутати дійсно зі «Слуги народу». Совершенно верно. Але все ж таки от, скандал зараз от, коло Гончарука був цей. І усі претензії були до Гончарука. А от з вашої точки зору, чому до керівництва Національного банку України ні у кого не було запитань? Адже все ж таки вони спільно планували, як залишити в дурнях Зеленського. Чому саме Гончаруку така слава від цього скандалу фактично дісталася, а Національному банку ніяк, їх просто ніяк не чіпають. Чому? Ну, от у нас вже давно це відбувається. Національний банк – це як би незалежний регулятор, і влада не має права на нього впливати. То есть независимо, да, он не зависит ни от кого, ни от кабинета министров. Все решения, которые Национальный банк принимает по существующим нормативно-правовой базе в нашей стране, он принимает независимо от кабинета министров, независимо от президента и депутатов. Они абсолютно самостоятельная структура. Але ж, они ориентируются президент может изменить керівництво при деяких умовах Национального банка. Исключительно, то есть только по своей квоте. То есть там наблюдательный совет, он квотный, там Верховная Рада, президент. Но в любом случае, если бы они только попытались, вот что такое
наши золотовалютные резервы. Это только так кажется, да, там огромная цифра в миллиардах. Но более 80% это ценные бумаги фонда ФРС, да, ну, американской резервной системы. То есть мы, по сути, своими долгами берем в долг. Что такое МВФ? Он же не дает кабинету министров деньги. Эти деньги не идут, долги, те, которые мы берем, в экономику. Они идут на поддержание ликвидности наших золотовалютных резервов. Мы эти деньги получаем и сразу же отдаем в экономику США. Если президент или кто-нибудь хотя бы попытается что-то исправить в Нацбанке, мы сразу услышим реакцию МВФ, США, которые дадут по рукам и скажут, иди вон отсюда. Ну, тобто, фактично, Національний банк – це не Національний банк України, совершенно не державний банк, а закордонний банк, який інтерес, я так розумію, лобіює саме закордонний банк. Ну, по суті, він государственний. Не в тому смислі, що він государству принадлежить. Да? Тобто, з точки зрения економіки, називає, банки, всі банки так. В будь-якому государстві, не тільки в Україні, в будь-якому государстві, вони діляться на два види. Государственні банки і комерційні банки. Тобто, условно, те, що ми називаємо госбанками, Ощадбанк, Укрексимбанк – это коммерческие банки, в которых 100% собственности государства. Да, Госбанк – это регулятор. Вот он один, Нацбанк – это тот банк, который регулирует всю банковскую деятельность и всю монетарную политику в нашем государстве. Но, по сути, он независимый. В принципе, так и должно быть, если он осуществляет политику монетарную. Но он, по сути, является не просто независимым, он является зависимым от МВФ и от западных структур. Угу. Ну, тобто, фактично, якщо ми подивимось закон щодо Національного банку України, там є пункт, що Національний банк України не відповідає за зобов'язання держави України. Совершенно вірно. А держава Україна не відповідає за зобов'язання Національного банку України. Тобто, цей пункт, це фактично Національний банк десь як фірма працює. Совершенно з певними вірно. Повноваженнями від держави. Але все одно ця фірма має своїх власників, своїх бенефіціарів. Безусловно. А чому ж тоді Зеленський якимось чином не хоче поставити до свою людину, якщо в нього є така квота? Чому фактично керівництво при Порошенку, яке туди призначили, воно досі ще там знаходиться, адже ми розуміємо, скільки грошей було виведено з фінансової системи України? Тому що це те ж саме, як з Нафтогазом. Да? Коболєв, може бути, їм не подобається. Но у него контракт, и он подчиняется наблюдательному совету. У Нацбанка тоже есть наблюдательный совет. Вот независимость регулятора, она в том и заключается, что члены наблюдательных советов... В тех самых наблюдательных советах, там, где большинство иноземцев. Совершенно верно. Вот в чем заключается независимость регулятора? То, что членов наблюдательных советов невозможно сменить тогда, когда ты хочешь. Да? Вот поменялся президент, и ты их поменял. Нет. Они избираются в наблюдательный совет на определенный срок.